Ну что, привет, друзья! Привет, подписчики нашего канала! Привет, не подписчики нашего канала! Всем доброго времени суток! Сегодня ансамбль Toys and Hammers начинает запись второго альбома в виде EP. Сначала мы пишем EP из трех песен. Вот наш сегодня барабанщик с радостью согласился, Ярик. Радость я выражал до этого. Помогает. Любая следующая радость плюс 30%. Итак, с чего начнем? Барабаны. Дидрам у нас, да? Мэйпл. Мэйпл, дидрам. Слушай, барабаны, дидрам. Стоит все на раме. Последние. Дидран, доминион. Подкрутки последние сейчас идут. И сейчас мы вам немножко расскажем. Последние подкрутки пальцев. Да подожди ты, ёпта. Сейчас мы посмотрим, как ты будешь шутить. Куда твой юмор весь пропадет, когда включится кнопочка рэк? Метроном? Да. Ах ты сволочь, блядь. Ладно, я тоже так буду тебе мешать, когда ты будешь записываться. Тоже мне друг называется. Ну я ж не шучу. Моральная поддержка тоже с его стороны. Фу, блин. Все, иди кури. Итак, с чего начнем? Барабаны дидрам. Малый барабан дидрам. Кастомный какой-то железный, очень глубокий, красивый. Хенхаммерет барабан. Бочка. Начинаем с бочки, да? Как 22-я бочка. На ней стоит АКГ D6, я так понимаю, да? Audix D6 снимается. И второй микрофон, который ее снимает, это Neumann. TLM Neumann. Два микрофона у нас на бочку идут. Следующим номером... Два микрофона. На малый. Следующим номером малый барабан. Здесь у нас 2 57-х, да. На верхнем 57-м, я сейчас с этой стороны обойду, чтобы видно было. На верхнем 57-м такая вот штука. Защитная для того, чтобы меньше лезло в 57-й. Палочки лезли, барабанщики. Слюней, блин, и кровь из носа, чтобы барабанщика меньше лезло в микрофон. И снизу тоже 57-й, снимает пружинки. Так. Первый том, ну и томы. Audix D2 здесь стоит у нас, подглушен такой специальной штучкой. Демпфером. Флор том тоже самое. Audix D4 на нем стоит. Дефо, так. Да, и тоже демпфером подзвучено. А вот дальше интересная штука. Два микрофона ленточных каскад, да? Каскейт, да. Каскейт. Значит, один стоит посредине барабанной установки, да? Топ. Я так понимаю. Да. А второй стоит вот сзади барабанщик. Как это называется, постановка микрофонов-то? Называется по-разному. По-разному. По-разному называется. Короче, как придумал, так и называется. Короче, суть в чем? Берется центр малого барабана. Из центра малого барабана мы отмеряем два одинаковых расстояния до этого микрофона. Как бы условный центр малого барабана. До этого микрофона. И до этого микрофона от центра малого барабана у нас получается одинаковое расстояние. Вот отсюда. Вот и до бочки, забыл сказать. До этого микрофона. И до бочки тоже, да? Естественно. То есть до малого барабана вот эти два микрофона имеют одинаковое расстояние. Вот и этот бочки. И вот этот. Угу. И до бочки тоже у них одинаковое расстояние. Так, интересная вещь. Мне очень понравилось, как эта штука работает, как это все звучит. Ну, а как это звучит, мы сейчас послушаем. Да, и как это звучит, мы послушаем. И здесь у нас стоят два карандашика Audix. ADX-51. Тоже стандарт. Стандартная такая. Ну, для кого стандартная, а для кого? У кого что есть. Для и Райзика, на Хете. Для Хетика, да. На Хете, на Райде стоят вот эти вот Audix'ы. В виде карандашика. Ну, так, в принципе, все. Все стандартно. Вот такой примерно сетап у нас микрофонов. Это, как вы понимаете, чуть сложнее, чем просто дома сесть, нашлепать в изи-драмере, который у меня, кстати, собака слетел недавно. Вот так это все выглядит. На рум мы сегодня ничего не используем. Где пишем сухие барабаны? Здесь и так рума будет достаточно. А, комната. Комната, высокие потолки. Такие вот, достаточно объемная комната, я сейчас в той стороне стану и вот наведу на игнатор, чтобы видно было.
Значит, примерно такая вот конфигурация. Сейчас наш герой, блин, любовник, виртуоз, накурится, покурит, и мы послушаем уже из контрольной комнаты, как она звучит. А пока он курит, мы включим мне гитарку. Это примерно звучит тут в контрольке здесь. Весь барабанный сетап наш. Да похуй.